«Сердце дают детям». Под таким названием ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей Самарской области. В этом году вновь победителями окружного этапа стали представители Сергиевского педагогического сообщества. В номинации «Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» первой стала Екатерина Птицына, преподаватель аэробики детско-юношеской спортивной школы села Сергиевск. Быть тренером она мечтала с самого детства. В школе я еще задумывалась о том, что я хочу всегда работать в спортзале, я хочу прям работать с детьми, что меня это вдохновляет, и я сама не могу остановиться, вот, не могу сидячий образ жизни вести, не могу сидеть там, даже учителем просто я себя не представляла, а именно вот подвижный такой вид спорта я хотела бы очень. Успешным выступлением в конкурсе стало и для Елены Лазаревой. Девушка стала победителем в номинации «Профессиональный дебют». Жюри по достоинству оценило уже имеющуюся успехи, потенциал и разносторонность начинающего педагога. На конкурс она вышла с программой «Умелый чертежник». Программа «Умелый чертежник» направлена на то, чтобы детям передать базовые знания черчения, потому что сейчас в школе его отменили, а так как многие выпускники хотят поступать на технические специальности, то есть строительные, плановые, ракетостроительные и так далее, то есть и им необходимы эти знания, то есть это очень актуальная программа, потому что многие считают, что если ее нет в школе, то там начинается все с нуля. К сожалению, это не так. Теперь победителям кружного этапа предстоит продолжить борьбу за звание лучшего педагога дополнительного образования Самарской области. Маргарита Русяева, Антон Иванов, Денис Витрюк, телекомпания «Радуга-3».